Приветствую вас. То, что вы описываете, есть синдром тревожного ожидания неудачи. Вот. Проистекает он из, в частности, вашего прошлого опыта, то есть, ну, опыта, я имею в виду, такого негативного опыта, который у вас есть, да, то есть это вот какие-то страхи, это вот какая-то тревожность, ну, вот, не связана с сексом абсолютно, да, то есть здесь, ну, дело не в сексе. Вот, а здесь дело именно вот чем-то другом. Вот, но это вас проявляется в том, что вы называете девушку легкомысленными. Вот, то есть у вас есть здесь как будто бы некое такое вот предубеждение, да, предубежденность некоторая. Относительно них, соответственно, обесценивание по факту получается. Вот, если это обесценивание, ну, наверное, у любого обесценивания и у вашего в том числе есть некие причины. Вот. С причинами обесценивания нужно работать, да, с вашими страхами нужно работать и так далее. Также, ну, необходимо менять отношение к сексу. Вот сейчас для вас он явно значим больше, чем нужно, больше, чем необходимо. Вот. Зачем для вас тема секса очень важна, а как бы секс хоть и важен, но занимать должен место определенно в жизни человека и не переходить в другие сферы, вот, которые с ним, ну, так или иначе не связаны. У вас этого нет. То есть вы вот в секс вкладываете слишком много значения, видимо, и вам нужно все-таки вот как-то, ну, разгрузить, что ли, значимость секса для того, чтобы вам было легче. Вот. Также желательно изучать себя и партнера, да, то есть тело свое собственное и тело партнера, вот, изучать для того, чтобы, ну, учиться вот пользоваться потихонечку им, да, вот, и посмотреть направленность, да, то есть как бы вот вам на что вы нацелены, на что вы направлены в секс, вот, конкретно. Это очень важный, на мой взгляд, момент, на который вам нужно обратить внимание. Ну и, собственно, занявшись проработкой вот этих аспектов, которые я обозначил, вы могли бы, в принципе, свою проблему бы решить. Вот. Конечно, при наличии у вас такого желания. Вот. Вот, собственно, то, что я могу вам сказать. Ну, опираясь на то, что вы написали. Так,
Дальше, значит, таблетки принимать не хочу, может из-за нервов, но тут тоже, что тоже, о каких таблетках идет речь в данном случае, вот, и откуда столько категоричности. Вот вообще кажется, что вы такой вот достаточно категоричный человек, и многие вещи отвергает. Мне кажется, что в принципе в этом тоже может быть трудность. Вот. То есть сперва вы девушек отвергали, потом вы как бы таблетки отвергаете. То есть, ну вот это вот отвержение, да, оно вызывает, на мой взгляд, определенные вопросы. Вот, поэтому я бы вам рекомендовал бы на это обратить свое внимание, да, я рекомендовал бы вам на это обратить свое внимание, потому что это важно. Вот, это то, что я могу вам сказать. И то, что хочу пока сказать, потому что на данный момент, наверное, больше нечего сказать вам. Вот, ну, в силу того, что как бы мало информации про вас. Вот. Да, вероятно, есть еще некая проблема с девушкой, то есть вы могли себе выбрать такую девушку, которая подчеркивала бы вашу вот определенную проблематику, да, то есть, ну вот проблематику там страхов, например, и так далее. То есть это тоже вполне реалистичный такой сценарий развития событий. Вот, но это, конечно, нужно уже смотреть, это уже нужно смотреть более детально с вами работаю, более детально разбираю вашу проблематику, которую вы описываете. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот. На этом все. Надеюсь, что это было вам полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи.